В это воскресенье Руслан Валерьевич Требушкин встречался с красноармейчанами в микрорайоне Лазурный. Жители дома номер 69 обсудили с Русланом Валерьевичем множество беспокоящих их вопросов. А сделанный собственноручно проект благоустройства двора даже проиллюстрировали. Руслан Валерьевич всегда поддерживает инициативу громады, а потому уже сегодня в микрорайоне закипели работы. Нам помогает Требушкин в проекте. Мы планируем во дворе установить детские качели, ну, то бишь детскую площадку, клумбы, озеленить полностью двор, поставить футбольное поле, волейбольное поле. Все это будет мини. Сейчас мы улаживаем дорожки. Возле дорожек будут находиться лавочки, возле лавочек будут находиться урны. Кроме этого, Руслан Валерьевич, как меценат, посодействует приобретению кустов роз, кустарников, поможет в благоустройстве игровой зоны, асфальтировании проездов и тротуаров. Все, как и было обещано, на условиях долевого участия с громадой. Необходимые материалы от Руслана Требушкина, исполнение всех работ за жителями домов. Сейчас уже людей поменьше стало, с утра было больше, ну, у всех свои дела, кто по работам разъехался. Вообще, жильцы нашего дома принимают активное участие. Раньше не особо было заставишь. Сейчас, конечно, видим, что есть какая-то отдача и нам помощь, поэтому люди более одухотворенно вышли, довольнее. Я думаю, что мы в течение 2 недель даже вложимся нашими усилиями дома и его помощь, и помощью Требушкина о том, что он как поставит на материал, так все это будет быстро сделано. На встрече с Русланом Требушкиным красноармейчане просили посодействовать и восстановлению асфальтного покрытия межквартальных проездов. Уже сегодня во дворе проводился ямочный ремонт. Параллельно кипела работа и возле домов номер 28, 30, 31, 32 и 33, где также в воскресенье проходила встреча громады с Русланом Валерьевичем. Жители этих домов попросили у мецената помощи в обустройстве детской площадки. На встрече с Русланом Валерьевичем мы задавали вопрос насчет детской площадки, потому что у нас за долгое время мы ходили, у нас никак не получалось. Вот. А когда он присутствовал и на собрании, да, и получилось так, что он нам выделил площадку. Теперь у нас будут качели, песочница, карусельки. Вот. Ну, всего-того-того. Ну как, что еще можно такое? Дети рады. Дети очень сильно рады. Очень рады. Вы бы видели, как они, до сколько они сюда приходили. Мамы, деточки, всего-всего-всего. Мы этого ждали, вы понимаете? Потому что у нас много, сколько это лет, у нас этого не было. Так что большое спасибо Руслану Валерьевичу за оказанную помощь, за то, что он пошел нам навстречу и сделал нам такую красивую, хорошую площадку. Яркие элементы новой детской площадки привезли во двор сегодня утром. Помогать в установке вышли все жители дома, свободные от работы. Вчера мы договорились со своим двором, с людьми. Вот. Ну, сказали на 11, приехали на 10. Люди повыходили, кто в окно посмотрел, кто увидел, кто на улице был. Вот, дружно собрались, начали организовывать, кто камни носить, кто воду носить, кто из чего. Все стало дружно, все хорошо, начали устанавливать. Сразу после занятий в школе к работам присоединилась и детвора. Я только пришел со школы и присоединился, и помогаю. Песочница у нас будет, горка, будет весело. Будем тут кататься с ребятами. Общаясь с жителями Красноармейска, Руслан Требушкин неоднократно отмечал, что он всегда рад поддержать инициативу горожан, которые искренне хотят добрых перемен и готовы приложить для их воплощения в жизнь собственные силы.